Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру под названием Zombie Tsunami. Так, здесь нам показывают, как играть. Мы включили первый раз. Ну, у нас задача какая? Нужно ловить прохожих. Кушать их, да? Так, у нас 4 зомби есть, мы можем сесть в машину. Так, все, машину съедаем. Можно бонус взять. Давайте возьмем бонус, посмотрим, что здесь. Ух ты, гигантский гигант. Смотрите, ребята. Мы открыли гиганта. И мы можем все здесь рушить. Таким большим гигантом. О, видишь как? Лазерами он стреляет. Так, ну-ка, аккуратненько. Давай. Все нужно разрушать. О, хорошо. Сколько много людишек мы съели. Замечательно. Так, монетки забираем. Так, у нас 16 зомбачков. Все, теперь бежим. Ну это нам показали, да, типа якобы как можно играть. Ух ты, а ты что за красненькие монетки, я не понял. Такого раньше не было. Так, ладно. Ух ты, ё-моё, чуть это самое. Меня не щелкнули. Хорошо. Так, берем чувака, съедаем. Так, ух ты. Так, а что за красные монетки, интересно? Надо собрать 300 красных монеток. Ладно, попробуем собрать. Так, сколько нас уже? 4 зомбачка. Все, бежим, кушаем. Ух ты. Тут еще и землетрясение может быть. Надо аккуратно быть. Аккуратно бегать. Ух ты, бомбочки. О, еще бонус. Ниндзя. Мы превращаемся в ниндзя. И бегаем. Так, автомобиль, аккуратно. Так, 8 зомбачков у нас не хватает. У нас только 5. Ладно, будем сейчас увеличиваться. Увеличивать себе побольше зомбачков. Ой-ой-ой, бомбочка. Аккуратно, аккуратно, нет. Так, один зомбак у нас взорвался. Да, зомбачок взорвался один. Но мы отправляемся дальше, ребята. Так, забрали. Так, автобус, к сожалению, мы не взяли. Так, ящик этот заберем. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как так? Ребята, я же прыгал. Не получилось нам. Так, съешьте 10 человек. Хорошо, пройдите 3 игры, осталось 2. Так, забираем дешевое вино. Так, все, берем алмазики. Играем дальше. Так, вот у нас один пока зомбачок. Так, монетки их соберем. О! Так, все не получилось собрать, ну ладно. Так, мне нужно кушать челдобреков. О, все еще 10 человек. Хорошо. Ребята, мы выполнили миссию, нам дадут за это монетки. Так, ну мы идем дальше. Так, вот, смотри, чувак. Опа, съели. Отлично. Так, 4 человека есть, съедим машинку и мусорный бак. Так, на пляж, на пляже. О, монеток сколько. Есть, все монетки съели. Прыгаем. Ух ты. Превратились мы в таких вот чуваков. Так, сейчас будем кушать их. Ой-ой-ой-ой, бомбочка. Так, ничего страшного. Так, еще одна бомба. О, целых 2 бомбы. Они 2 раза не прыгают? Нет. Только один раз. Но ниндзя 2 раза прыгает. Все. Зомбарики. Так, 8 зомбарей есть. Мы можем даже этот самый автобус есть. Ой, уменьшаемся мы, к сожалению. Ладно. Так, ну скорость все быстрее и быстрее становится. Ты заметил? О! Как быстро стали бежать. Так, монетки все съедаем. Прыгаем. Ой-ой-ой, половина сейчас не допрыгает. Не допрыгнет. Ладно. Так, 9 зомбарей, это много. Это прям очень хорошо. Все, скорость прям бешеная. Смотри какая. Здесь главное сейчас в пропасть не упасть. О, давай, еще кто? Инопланетяне.
Так, инопланетяне нам будут зомбариков увеличивать. Посредством они будут кого-то, получается, людей каких-то забирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прыгайте 2 секунды. Так, прыгайте 2 секунды. Что значит прыгайте 2 секунды? О, автобус. О, машина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько мы потеряли много, а, чуваков? Это из-за землетрясения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не допрыгнем. А-а-а. Проиграли, ребята, к сожалению. Не допрыгали. Немножечко оставалось там. Так, ну что у нас здесь? Все еще 10 человек. Прыгайте 2 секунды. Дешевое вино открыли. Что нам дадут? А, нам дают просто кучу монет. А, просто-напросто монеты дают. Так, птицы, попучки с невероятными возможностями. Вот вам 30 бриллиантов на покупку первого яйца. Пойдемте, ребятушки, приобретем первого птичку. Так, кто же нам выпадет? Какая птичка, интересно? Сейчас посмотрим. А ну-ка. Ох, супер яйцо. Давайте открывать. Кто же там, какая птичка-то попадется нам? Ух ты! Бонус зомби-птица, коробка, у вас новая птица. Продлевает бонус на 4 секунды. О-о-о. Ладно. Так, магазин. Добро пожаловать в магазин. Здесь вы можете купить бустеры обновления версии, обновленной версии или пропустить тяжелые задачи. Хорошо. Так, шляпы. Давайте купим какую-нибудь шляпку. А, это что такое? Новые версии. Снимайте блокировку с новых версий для большей эффективности и успешного выполнения задач. Обязательно попробуйте новую версию Гигант Z+. Так, Гигант Z+. Хорошо. Монеты и бриллианты, вы можете их тут тоже приобрести. Ладно, давайте возьмем зомби. Одну штучку. 500 стоит монет. Так, купить... хотите купить 38 монет? Почему недостаточно денег? 500 стоит, а у нас только 400. Ладно, давайте возьмем, приобретем зомби-кепку. Каждый уважающийся себя зомби носит крутую шляпу. Ну, давайте купим. Купили шляпу. Пошлите играть дальше. О, смотри, в какой шляпе он красивый бегает. Нам, короче, для всяких ништяков нужно много монет. Много-много монет. А для открытия, получается, всяких птичек нужны бриллианты. Да. Ну, такая у нас птичка. Ладно, пусть будет такая, ничего страшного. У меня, я как бы играл в эту игру, ребята, год назад. У меня была другая птичка. Такая желтенькая, пухленькая. Ну, почему-то она мне не выпала, выпала другая, ну, ничего страшного. Это тоже интересно. Она добавляет несколько секунд для бонусов. Она пригодится. Ладненько. Опа, сейчас проверим. Так, скушаем чувачков. Так, аккуратненько прыгаем. О, бонус. Гигант. О, гигант. Гигант — это классная штука. Мне гигант очень нравится, на самом деле. Он такой монстр, проходит все. Все рушит, все седает. И у меня еще, по идее, должна подольше быть. Гигант. Из-за нашей птички она... О, видишь, она добавляет несколько секунд. А сколько там? 2 секунды добавила? Так мало? Да. Так, переверните 2 машины. Так, хорошо. Так, это мы в Лос-Анджелесе. О, сейчас не долетим. Давай. Так, чувачка, сели. Ой-ой-ой, зачем я прыгаю, а? Так, вот, скушали. Идем дальше. Монетки. Надо много-много монет заработать. Чем больше монет мы заработаем, ребята, тем больше всяких ништяков мы откроем. Так, главное где-нибудь не упасть. Иначе, если упадем, то все. Мы всех зомбаков потеряем. А так просто бежим. О, дракон. Дракон тоже прикольный, он может летать. Опа, сейчас едим. Спасибо. Так,
Ну, дракон прикольный. Так, монетки можем все скушивать. О. Так, давайте этот автобус. Мы можем его разрушить. Так, все. В принципе, птичка хорошо показывает нам, когда у нас заканчивается. Бонус. Ох, сколько было чуваков много. Блин, все умерли. Ладно, двое осталось. Сейчас попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, трое чуваков. Это очень мало. Трое зомбаков. А, нет, зачем я так прыгнул рано? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Пройдите три игры, мне еще дадут денег. Этот самый, как его. Токсическая вода из крана. Соберите толпу из 8 зомби, включите 8 зеленых светофоров. Хорошо. Ну, как-то такая игра, ребятушки. Если нравится, то обязательно поставь лайк этому видео. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я с вами, ребятушки, не прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.